быть готовы. Более того, мы должны действительно ожидать эскалации ситуации. С чем эскалация ситуации может быть связана, я думаю, каждый из нас понимает прекрасно. На той стороне есть такой омерзительный чудик по фамилии Порошенко, который якобы управляет чем-то там, что называется незалежной Украиной. И он очень опасается того, что на Украине пройдут выборы, и его не выберут. Потому что он настолько омерзителен всем, что даже, простите, порабощенное украинское население может против него проголосовать, несмотря ни на что. Обстоятельства заставляют нас развиваться и в мирной жизни. Любая организация, она, если она стагнирует, застыла сама по себе, эта организация мертвая, она умирает. У нас не организация ни ветеранов, ни пенсионеров. У нас организация добровольцев, которые готовы воевать, и война которых началась, но не закончилась. У нас организация добровольцев, пассионарных людей, которые готовы что-то сделать для своей Родины. Ну и, соответственно, мы все должны быть готовы к тому, чтобы прервать наше относительно мирное существование и возобновить то, чем мы изначально занимались, и то, что нас изначально объединило. То есть, иными словами, мы должны быть готовы к войне.